Ранее воздействие на слой смазки было только посредством хирургии. Но рынок косметологии не стоит на месте, и были изобретены новые методики, которые позволяют воздействовать на данный слой без длительной реабилитации и применения наркоза. Что такое слой смазки? Это система мышц и соединительных слоев, расположенная глубже ПЖК. Именно она обеспечивает крепкую кожу с костными структурами. Смаз-лифтинг применяется в таких случаях, как опущение бровей, носогубные складки, изменение контура овала лица, а также подтяжка кожи вследствие похудения, ну, либо родов. Противопоказания к данной методике являются любые заболевания в стадии обострения, онкология, заболевания крови, заболевания нервной системы. Также из дополнительных противопоказаний это нитевой лифтинг до 6 месяцев. И если был поставлен ботулотоксин, то смаз может снизить эффект ботулотоксина и вывести его из организма. Также данная методика отлично совмещается с такими инъекционными методиками, как биоревитализация. Методику смаз все-таки желательно применять на увлажненной коже, поэтому перед данной процедурой, если есть сухость кожи, рекомендуют провести курс биоревитализации. Либо, если нет возможности инъекционного воздействия, можно провести, допустим, курс фонофореза, электропорации, то есть любых неинвазивных методик мезотерапии. Далее, смаз возможно применять еще с микроигольчатым радиолифтингом и классическим радиолифтингом в системе. Это делается для того, чтобы эффект смаз был более длительный, более пролонгированный. Вообще максимальный эффект от процедуры смаз наступает спустя 3 месяца после процедуры. Данный аппарат имеет расширенную комплектацию из 8 картриджей. Идет 3 картриджа для лица глубиной 1,5-3-4,5 и также для тела 6 мм, 8 10, 13 и 16 миллиметров. То есть можно воздействовать на любую зону по запросу. Стекла для проверки и запасные наклейки на картридж. Для проведения процедуры нам потребуется ультразвуковой гель, а также дистиллированная вода для заправки картриджа. Можно выбирать зону воздействия. Также аппарат позволяет регулировать расстояние между количество линий и расстояние между линиями. Устанавливаем мощность и начинаем работу. Резерв картриджей 10 тысяч выстрелов, что хватает на 30-40 процедур. В нашем магазине вы всегда можете приобрести дополнительные картриджи, а также в сервис-центре есть возможность сделать перепрошивку картриджей.